А тебе пару слов. Что я могу сказать про выставку? Я уже рисовать хочу. Уже сил нет здесь стоять. Все интересно, много хороших людей, например, Салават. Но хочется рисовать. Саша тоже хороший человек. Больше, чем давать интервью Салавату, хочется рисовать. Художник, он, видимо, такое существо, которое не может не рисовать. А сколько вы уже не рисуете? Уже 3 дня. А в часах это сколько? 3 дня и 2 ночи, надо говорить. Сколько? Так, сказочно. А ночью уже спит ведь? Поэтому и не рисует. Сколько вы потеряли часов? 72 часа. Потеряли, да? То есть вот стоя здесь, думаю, стоя не здесь. Потерял. Не потерял. Я думаю, что не потерял, что-то, может быть, приобрел, может быть, это... У меня тетива сейчас натягивалась за это время. А вы можете сказать, что вы приобрели? Приобрел. Хотя бы одно. Вот общение с Салаватом. Общение. Ну, общение, да. Вот. Познакомились. Художнику полезно общаться? Перезнакомились. Художнику общаться полезно. С покупателем и со зрителем, и просто с людьми, да? Смотреть реакцию на свои работы, Ну, в общем, смотреть. Как смотрят на ваши работы? По-разному. Ругают, хвалят. И ругают. Кто ругает? Ругает. Ну, как-то люди всякие разные. А главное вот ругает. Что главное ругает? Техника? Настроение, исполнение? В чем критика главная? Что на этом не стоит останавливаться. Есть конструктивная, вот лучше сказать, что есть конструктивная критика, есть не очень. Вот когда хвалят, я считаю, что конструктивно. Когда ругают, считаю, глупость какая-то. То есть, это зритель, это простые... Попробуйте меня переубедить, да? Это простые люди, да, ругают? Или все-таки художники? Ну, и простые люди, и художники все. Ну, у художника понятно, они как бы ревностно относятся. А простые-то почему ругают? Он же простой человек, он же ничего не понимает. Но простые не ругают. А, они не ругают, они хвалят. Ну, или молчат просто. Или молчат. Спасибо. Александр Ремезов.